Жил на свете самосвал, он на стройке побывал. Подкатил с утра к воротам, сторожа спросили, кто там? Самосвал ответил так, я привез отличный шлак. Молодчина самосвал, где он только не бывал. Он кирпич возил и гравий, но, увы, застрял в канаве. Буксовал он, буксовал, еле вылез самосвал. Говорит, меня не троньте, я сегодня на ремонте. У меня помята рама. Алексей, сказала мама, ты успел в канаву влезть? Дело в том, что самосвалом был Алеша, славный малый. Сколько лет ему? 6 лет. Самосвал сигналит громко. У меня сейчас поломка, но с утра я снова в путь. Хорошо, сказала мама, но пока Алешей будь. Молока попьешь и спать. Что ж, пришлось Алешей стать. Где Алеша? Спит уже. Дома спит, не в гараже.